танцуй, пожалуйста. Не танцуй, пожалуйста. Нет. Я решил снимать каждый раз, когда Карина ест. Зачем ты читаешь, что ты ешь? Давай. Ой, а что здесь нельзя прибавлять? Это как друг. Привет, ребята! Каринина только что поругал, и она сейчас хотела встать в угол, и встала в угол вот в этот, и ударилась головой. Куда ты села? Иди в угол встань. Стрельну! А в смысле, ты об угол ударилась, что ли? Ну ты что, дурочка, я сказал Карине, короче, встань в угол, она пошла и ударилась в угол. Пожалей меня. Сейчас, иди ко мне. В угол. Карина! Короче, Карина уезжает на 5-6 дней. Я остаюсь один. Сегодня пятница? Джем. Я в джем пойду. Нет. Ну, Карина, я хочу. Mm-mm. Ну, Карина. Mm-mm. Хочу в джем. Mm-mm. Что ты там делать будешь? Просто такой переминаться. Будешь? Нет. Буду стоять около танцпола, смотреть на тебя всех. Тебе фейстайм звонить буду. Ладно. Попробуй не взять телефон. Ты по мне скучать будешь? Да. Ты косячить не будешь? Нет. Вот, если хоть один раз ты накосячишь, мы с тобой расстаемся. Ну, сейчас прям. Офигел, что ли? Ты не косячишь. Человек должен иметь возможность получить второй шанс. Я тебе уже знаешь, сколько шансов давала? Ты давай, я тебе тоже. Ты вообще... Я зомбирую девочек и влюбляю в себя. Пёт. Ты же влюбилась? Нет. Офигела, что ли, не влюбилась? Мы решили с Кариной поиграть в монополию, взяли мороженка. И спорим с Кариной сейчас, хотим пойти на фильм. Блин, ты же заблокировалась? Вот. Стой, а! Отпусти. Карина, пакет, блин, короче, мы спорим. Как фильм называется? Галактики там чего-то? Стражи Галактики. Стражи Галактики. Мы сейчас хотели посмотреть вторую часть, первую часть Стражи Галактики, чтобы попозже пойти на вторую часть Стражи Галактики. Карина заявляет, что не обязательно, оказывается, смотреть первую часть, если в любой непонятной ситуации. Мы тут с Кариной пришли на баскетбол посмотреть. Я никогда на баскетболе не был. Играл еще в школе, вообще ничего не помню. Играет казанская команда «Уникс» против «Реал Мадрид» из Италии. Там один черный парень, сейчас покажу вам его, вон там бородатый. Я ему на днях татуху делал, и вот он меня позвал. В общем, прикольно так, я никогда не был, они такие высокие, толкаются. Да, вон он с мячом сейчас, посмотрим, забьет или нет. Подарил любимые цветы. Все, что осталось мне, это шаурма и Red Bull. Когда потратил все деньги на девушку. И снова мы на батутах. Это Карина. Наше примирение? Нет, наше примирение будет. Там даже девочки попами занимаются. Это вам хороший вид. Ты закрываешь типа? У меня очень мало батареи. Не знаю, что я поснимаю. Хочу сегодня научиться каким-то новым трюкам. Посмотрим, получится ли. Сейчас я попробую найти Карину. Блин. Карин, ты где? Куда теперь выбраться не может? Ты как котенок, который забрался. Что ли? Всем привет, сегодня 4 февраля. Мы решили с Кариной купить кальян себе. Тут набрали всяких штучек. Эту даже взяли плитку, короче. Куча табаков и что-то еще, там угли. Я вообще никогда не любил кальяны почему-то, но когда вы попадаешь в Татарстан, в любом месте тебе в любом заведении предлагают покурить кальян. Это вообще, мне кажется, была бы их воля, они бы в Макдональдсе кальяны делали.
Вот. И, в общем, почему тебе вообще нравится курить коньяк? Не знаю, трудно. А что, просто... ты не куришь сигареты, а никотин твой организм требует, да, или что? Или тебе просто нравится там дым, дымок пускать? Мы веселые бурундуки. Мы собираем орешки. Ты собираешь орешки? Конечно, делаю, что ты покупаешь на зиму, ой, зимой на лето, так дешевле получается. А если ты поправишься или похудеешь? Я не поправлюсь точно. Ладно, я подумаю. Ну не знаю, можно в принципе, если тебе нравится. Да? Айс фокс. Тут я, но я не собираюсь убрать. А что ты будешь подальше посмотреть? Да. Карина учится тут что-то делать. Ты делай это ровно. Ну, в точке же. Ну, дальше давай. Краску там окни. Вазелин не в окне. Что? Это седьмой только. Седьмой? Да. Пишешься куда-нибудь. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Увидимся с вами в новых видео на моем канале, влоги, влоги. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. И я вас буду ждать здесь снова через недельку. До новых встреч.